Более 14,5 миллионов тонн зерна. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев рассказал журналистам федеральных СМИ. В зерновых хранилищах края 3,5 миллиона тонн кукурузы. В той же копилке рекордный миллион риса. Валовый сбор зерновых в 2016 году в Краснодарском крае составил 14,7 миллионов тонн. Это абсолютный рекорд за всю историю региона. Зерновых, колосовых и зернобобовых культур наши аграрии собрали более 10 миллионов тонн при урожайности 60,2 центнера с гектара. В 7 районах края урожайность зерна превысила 63 центнера с гектара. И при этом более 80% кубанского зерна высокого качества. Вениамин Кондратьев также отметил, что рекордные показатели – это заслуга аграриев. Они плотно взаимодействуют с учеными и используют самую современную сельхозтехнику.